Представители госжилинспекции Московской области побывали с рабочим визитом в городском округе Люберцы. Совместно с сотрудниками администрации, управляющих компаний, инспекторами госзадомтехнадзора и специалистами ГУСТа они посетили многоквартирные дома, по содержанию которых поступают жалобы от жителей. Результаты проверки в нашем следующем сюжете. Перед тем, как выехать на адреса, делегация ознакомилась, каким арсеналом владеет самая крупная управляющая компания в округе. На счету ЛГЖТ наибольшее количество техники и сотрудников, которые работают над тем, чтобы в люберецких домах и вокруг них было чисто и комфортно. Но главная миссия рабочего визита – проверить, как со своими задачами справляются и другие управляющие компании. Начали с домов, которые обслуживает ПИК «Комфорт». Пошел мотор в дисбаланс, клетчатка соскочила. Это с когда он стоит? Он стоит с 4 ноября. Речь идет о грузовом лифте в новом доме на улице Ларюшина. Уже полгода как он перестал работать. Для 24-этажной высотки это большая проблема. Представители управляющей компании пообещали устранить ее до конца месяца. Мы сейчас решаем вопрос с запчастями. Нестабильная работа лифтов – популярная проблема в новых высотках. Периодические сбои бывают и в доме на улице Кирова, 9/2. Жилой комплекс обслуживает управляющая компания «Уют». Рейд прошел и в старых домах. Представители комиссии проверили состояние подъездов и содержание мест общего пользования. Кроме личных наблюдений, опирались и на мнение жителей. Такие мероприятия проходят по всей Московской области, и люберцы не стали какой-то отрывной точкой. Выезжаем не с целью, привлечь управляющую организацию к ответственности, либо выразить какое-то порицание, а в принципе указать на возможные те или иные ошибки и в максимально короткие сроки привести то или иное общее имущество собственника в должное состояние. Представители ГЖИ не только дали наказы управляющим компаниям, но и будут контролировать их выполнение. На устранение недочетов, выявленных во время проверки, дали ровно неделю. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.